В номинации «При зрительских симпатий» конкурса «Краса и богатырь» АЛГПУ-2024 награждаются Шмакова Валерия и Титаренко Данила. Улыбчивые и счастливые. Валерия и Данила получают награду от Сибирской медиагруппы. Ребята победили в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Краса и богатырь» Алтайского педагогического университета и делятся своими впечатлениями от конкурса красоты. Чем вы зацепили зрителей? Мы яркие, творческие ребята. И, ну, я думаю, у нас просто очень много друзей, да, которые нам помогли. Что самое сложное было на выступлениях? Не знаю, как готовились? Самое сложное, наверное, были репетиции. Да, мы делали поддержки. Разные трюки были акробатические. Ну, плечо до сих пор болит, если честно. Голосование проходило с 12 по 15 марта на площадке «Комсомольской правды» Барнаул. Зрители выбирали из 4 пар. Для бренда вуза и для наших будущих студентов, абитуриентов, безусловно, важно подключение к подобным мероприятиям информационных партнеров, в том числе и «Комсомольская правда» Барнаул, которые предоставили нам свою информационную площадку в сети интернет, где ребята представляли себя и где, собственно, проходило зрительское голосование. В этом году конкурс красоты и таланта пережил ребрендинг. С мистера и миссис его переименовали на более патриотичное название «Краса и богатырь» педагогического университета. Но это далеко не все новинки. Впервые за все время существования конкурса пары не только дефилировали и танцевали, но и участвовали в благотворительных акциях. Помогали участникам СВО, детским домам, приютам для животных. Организаторы отмечают, что конкурс красоты и талантов давно стал доброй традицией и уже много лет способствует духовно-нравственному воспитанию будущих педагогов. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.